Всем привет, меня зовут Денис Швецов, и это в двух словах. Сразу с места в яблочко. iPhone 8 и iPhone 8 Plus, раз уж на то пошло. Это новое поколение iPhone, которое в отличие от iPhone 10 или iPhone X революционно в других сферах. Визуально, восьмерка это все тот же iPhone 7 и 7 Plus с убранной антенной и стеклянным корпусом сзади вместо металла. Бампер выполнен из авиационного алюминия. Но не обманывайтесь, летать смартфон от этого не научился. Дисплей у восьмерки имеет диагональ 4,7 дюйма, у 8 Plus 5,5. Это Retina HD с поддержкой True Tone, когда тональность картинки подстраивается под окружающую среду. Процессор Apple A11 Bionic – главная инновация смартфонов. 64-битный красавец оснащен 4 с лишними миллиардами транзисторов и 6 ядрами, из которых 2 супермощные и 4 экономные. Работать они, кстати, умеют вместе даже в рядовых задачах, как в MIUI 9, да. Если верить данным с Geekbench, iPhone C11 Bionic мощнее Samsung Galaxy S8 Plus 2 раза по одной ядерной производительности и на 50% многоядерной. Кроме того, замечено целых 8 мегабайт кэша второго уровня, что встречается разве что в Intel Core i7 десктопных процессорах. Кроме того, Apple оснастила iPhone 8 и 8 Plus видеоядрами собственной разработки. На вопрос, кому надо такая сумасшедшая мощность, отвечу тремя фразами. Машинное обучение, нейронные сети и дополненная реальность. В отличие от iPhone X, где революция была внешне, у восьмерки и восьмерки с плюсом она внутренняя. Новые iPhone поддерживают работу с дополненной реальностью, играми и приложениями, а машинное обучение позволяет делать значительно более качественные снимки. iPhone 8 оснащен основной камерой с одним 12-мегапиксельным модулем. У восьмерки с плюсом таких модулей 2. 8 Plus также поддерживает Portrait Lightning. Эта фича, если кто еще не знает, позволяет менять освещение на портрете прямо на ходу. Нечто среднее между инстаграмовскими фильтрами и научной фантастикой. Из других приятных мелочей – поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi, вода- и пылестойкость, самое прочное стекло в смартфонах на сегодняшний день, поддержка супербыстрого LTE Advanced, Bluetooth 5.0 и быстрой зарядки, стереодинамики, а также Touch ID и 3D Touch. Смартфоны будут доступны в трех цветах – серебристом, серым и золотом. Объем памяти будет 64 и 256 гигабайт. Стоимость от $699 за iPhone 8 и $799 за iPhone 8 Plus. Предзаказы стартуют 15 сентября 2017 года. Для покупки смартфоны будут доступны с 22 сентября. Итоги вкратце. Новые iPhone являются обновлением старых с акцентом на машинном обучении и дополненной реальности. Акцент интересный, но удовлетворит не всех. Хотите чего-то новенького и яблочного? iPhone 10 вам в помощь. На этом все. С вами был Денис и в двух словах. Увидимся!